все вот эти длинные забросы в направлении Медведева пока не находит. Адресат Орлаускис и гол. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это, ты знаешь, Михаил, это... Черт побери. Больше тут нечего, наверное, сказать. Причем самое обидное, что Роман Шаронов становится автором гола. С автором, здесь даже автором его и не назовешь. Нет, ну это авторство. Ну понятно, что фактически будет авторство. И мы вспомним, да, тот заполученный его мяч в ворота с Амкаром. Но здесь, конечно, какое-то затмение просто на Орлаускиса нашло. Вот теперь непонятно, да, что сейчас делать Курбану Бердыеву. Он так откинулся в прострации в полной